Первый период в этой встрече оказался определяющим. В стартовом отрезке в течение 4 минут хозяева усилиями Алексея Угарова и Сергея Белякова забросили 2 шайбы. Далее соперники могли не раз изменить счет на табло, как в равных составах, так и в численном большинстве. Однако результат в итоге так и остался неизменным. 2-0 в пользу подмосковных хоккеистов, которые, набрав 65 очков, продолжают борьбу за место в плей-офф. Просто все ребята понимали, что сейчас каждый играет, уже плей-офф уже начался, в принципе. Сейчас у нас нет... как бы право на ошибку, уходить надо и побежать. Просто ребята все собрались, как бы после неудач некоторых много игр проиграли. Сегодня просто вышли как один кулак. Вы знаете, есть матчи, когда плохо играешь и выигрываешь. Есть матчи, когда хорошо играешь, проигрываешь. Здесь я считаю, что нам не суждено было выиграть, потому что то желание, которое должно быть для победы, его не хватило сегодня, к сожалению.